Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас специально для вас я приехал в Турцию после коронавируса. Регион, который мы инспектируем, это Кушадасы. Отель, который мы сейчас будем с вами смотреть, Фаустина. Пойдемте со мной, я вам его покажу. Высадили, вот он, Фаустина, наш отель. До отеля нас не довезли, высадили немножечко дальше. Этот регион называют еще сосновым, не знаю почему, сосен здесь пока что не вижу. Фаустина. Рядом видите бич отель, здесь есть рядом магазин, маркет. Мерят температуру на входе стандартно. В каких-то отелях у нас мерили, в каких-то не мерили. Пойдем сходим пока на пляж, пока тут очередь. О, какие волны. Отбойник есть. Вот он, променад. Видите, автобус наш не проехал. Решил нас высадить подальше. Вход у нас галька, там есть и песок. В отеле есть пирс, я вижу свой. Вода мутная, но сейчас штормит, поэтому непонятно, какая она на самом деле. Ну а галька, вот она какая. А это наш отель. Все не влезли. Ты там жмешь или что? Фе-фе-фе, тут полная обработка. Вот я еще телефон подставлю. Маску. На входе есть маски. Можно помыть руки. Полная дезинфекция. Серьезно, пожалуйста. Подожди по селу. Ну, я пошла. Вот как правильно маску одевать. Круто. Чистку. Если вы хотите на отдых в этот отель или в другие отели, вы можете воспользоваться нашим сайтом viking.by. Заходите, там есть удобная система онлайн-поиска. Мы ждем вас. Крутись, крутись. Мне кажется, он завис на тебе. В этом отеле серьезная система безопасности. Вы видели маски медицинские. Обработать руки, обработали все тело. Круто. Вот так вот. В некоторых отелях ничего нет, а в некоторых вот так вот совсем. Ну что, поехали. Ресепшн. Здесь же сразу же и ресторан. Отель компактный, зона отдыха, выходим с вами, здесь еще такая штука для обработки. Есть номера, $1 стоит. Здесь тоже можно кушать. Сейф сказали платно. Доллар в сутки. Территория отеля. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал. Это будет самое лучшее спасибо от вас. Расскажите про мой канал вашим знакомым, друзьям, рекомендуйте его. Также пишите ваши отзывы, комментарии. Если вы отдыхали в этом отеле, обязательно напишите ваши впечатления. Буду вам очень за это признателен. Спасибо вам, что смотрите меня. Раздача еды. Бар, бассейн,
среднего размера. У них собственный пирс, пляж. Вот он, весь отель, вся территория отеля. Это мы с вами на пляже. Смотрите, какая здесь галька крупная. Сейчас увеличу. Красивый вид, горы. Здесь рядом есть острова. Можно их посетить. Это пирс. Пляж отеля. И вот он сам отель. Пойдемте посмотрим номера. Так, можно покушать печенюшек, закуски. Здесь вам приготовят гамбургеры, настольный теннис. Так, вот мы с вами на втором этаже. Покрытие здесь плитка. Стандарт 209, тип стандарт. Значит, на входе у нас идет ламинат. Дальше мы попадаем в ванную комнату. Все обычно. Здесь душ, душевая кабинка. Тропического душа нету. Все в плитке, все чисто, аккуратно. Фен маленький, раковина. Все стандартно. Все хорошо. Так, ага. Здесь у нас сейф. Дополнительно сейф $1, как я уже говорил. Есть одеяло, подушки. Так, тут все. Идем дальше. Этот не открывается. Одна большая кровать, одна маленькая. Сидит телевизор, холодильник. Кондиционер центральный, мебель новая. Все чисто, аккуратно. Приятный номер, стандарт, очень даже. Мне нравится. Давайте посмотрим, что в баре. Если я его открою, конечно. Ого! Надо уточнить, это все бесплатно или это за дополнительную стоимость. Excuse me, this is free? Yeah. Pay. Yes? Only pay, yeah. Это все платно. Цены указаны вот здесь, вот price list. Поэтому обратите на это внимание. This is for disinfection. Окей. Так, идем дальше. Балкон. Балкон, балкон, балкон. Тут дуют сильные ветра. С видом на море. Большой балкон. Два столика, два стула, столик. У вас прямой вид на море. Сушилка для вещей. Номер 211, это тоже стандарт, он точно такой же, как соседний номер. Здесь одна большая кровать, big size, видите, такой king size. Ванная комната, душевая кабинка, все точно так же чисто, аккуратно. Фен маленький, шкаф в шкафу, у нас сейф, дополнительно плед
подушка. Одна большая кровать, покрытие ламинат. Чистенько, аккуратно. Бар платно, LCD-телевизор, центральный кондиционер. Все. Все как в соседнем номере. И вид с балкона. Давайте посмотрим, балкон, разницу есть или нету. Балкон большой, такой же, как в соседнем номере. И вид с балкона. С второго ракурса. Давайте сердечки. My name is Chagri. Chagri. Hello. Hello. Поздоровайтесь. Это представитель отеля. Он нам показывает номер. Попросил тоже его снять, чтобы что вот он есть такой. Так, 219-й. What type? Deluxe. Deluxe. This is Deluxe. Deluxe. Поехали. Значит, здесь у нас на входе плитка. Есть коврик. И по всей комнате тоже плитка. Ванная комната красивая. С панорамным окном. Душ обычный. Есть коврики, чтобы ногам не было так холодно. Одна большая кровать. Кондиционер центральный. LCD-телевизор. Ну, круто все. То есть вообще вопросов нет. Молодцы. То есть чувствуется, что такой отель семейный. Ну, в плане того, что не для семейного отдыха, а... Ну, маленький, компактный хозяин очень о нем заботится и старается, чтобы отель был хорошим. Большой балкон угловой на соседний отель и на территорию, и на пляж. Еще разок. Сейф у нас здесь большой. Смотрите, какой большой сейф. Там дополнительно подушки, я вижу, сверху одеяло. Все есть. Угу. Так, номер 314 стандарт. Это с видом у нас не на море, а на сад. Ага, рейс-карт. Ага, хорошо. Покрытие здесь у нас везде ламинат. Одна большая кровать. Номер большой. Тоже все чисто, аккуратно. Кондиционер центральный. LCD-телевизор. Балкон. Балкон. Здесь малютка. Сейчас я вам его покажу, если получится. Ветер, видите, что делает. Ветра здесь сильные. То есть, ну, вот он совсем такой маленький. Метр на метр. Два стульчика стоит, и все. Теннисный корт, дорога и горы. Вид красивый. Море ни в каком виде здесь не видно. И еще один. Давайте сейчас посмотрим ванную комнату. Кровать, сердечки, лепестки, картина, сейф. Пледы. Душевая. Ну все. Фен еще давайте посмотрим, есть для бритья зеркало. И маленький фен. Все. Друзья, закончили мы инспекцию этого отеля. Если вам понравился данный видеоматериал и вы хотите сказать спасибо, вы можете подписаться на мой канал. Там есть большая кнопка. Рассказать про мой канал вашим друзьям, знакомым, порекомендовать его, чтобы они подписались. Это будет самое лучшее спасибо от вас для меня. Также я прошу вас писать комментарии, отзывы, если вы отдыхали в этом отеле. Или если у вас какие-то есть вопросы, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. Спасибо, что смотрите мой канал. Нам решили показать спа. Turkish bath. Yeah. Это спа, хамам. Это хамам. Это хамам. Красивый. Это небо. Окей. Это соляная пещера. О, красиво тоже. Все соль.
Спасибо. Идем дальше. Здесь у нас комната для массажа. И еще одна комната для массажа. И сауна маленькая. Все компактно, чистенько, аккуратно, круто. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал. Если вы хотите поехать на отдых и не знаете, как это сделать, обращайтесь в нашу компанию. У нас есть сайт weekend.by, раздел «Контакты», пишите нашим менеджерам, они помогут организовать вам отдых. Если же вы самостоятельный путешественник и хотите все сделать самостоятельно, то вы можете это сделать на нашем сайте payweekend.by. Там удобная система онлайн-поиска и онлайн-оплаты. Вы все делаете сами, не выходя из дома. Если вы хотите поехать на отдых, на нашем сайте вы можете воспользоваться удобной системой онлайн-поиска, бронирования и оплаты туров. Также вы можете воспользоваться услугами наших специалистов, которые помогут организовать отдых, который вы хотите. Я буду вам очень благодарен, если вы будете рассказывать о том, что вы хотели бы видеть на нашем канале, какую еще дополнительную информацию, как улучшить обзоры, что вам требуется. Если вы будете писать ваши комментарии, отзывы, я буду вам за это очень признателен. Спасибо.